Здравствуйте все! Сегодня субботний полдень, и на канале Губерния ТВ мы снова с вами вместе. Как вы уже знаете, в любой момент вы сможете опять насладиться встречей с ручной работой и с рукоделием, посмотрев архив нашей программы и тоже на канале Губерния ТВ. А еще вы можете присоединиться к нашим группам ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. Ну а новости вы знаете, где смотреть. Анонсы программ в дневнике радости. Итак, сегодня мы будем говорить о таком красивом и таком древнем ремесле. Не знаю, как у вас, а у меня мурашки. 1500 лет назад уже люди занимались батиком. А сегодня нам об этом расскажет совершенно дивная рукодельница и удивительная красавица Виктория Валиева. Вика, здравствуй. Добрый день. Вик, я вот знаю, что видов батика существует огромное количество. И я знаю, что слово «батик» в переводе с индонезийского обозначает «капля воска». Всегда используется этот материал или не всегда? Не всегда. Не всегда. Не всегда. Я знаю, что существует горячий батик, холодный батик. Да, совершенно верно. Вот у нас весь стол завален образцами батика. Давай поговорим, что такое горячий батик. Горячий батик. Вообще, что такое батик вообще? Так. Это различные совокупные способы окрашивания ткани, в основе которых лежит резерв. И в качестве резервирующего состава может выступать воск с различными пигментами, добавлением различных веществ. Вот смотри, у меня есть такие дивные кошки. Да. Вот для того, чтобы нарисовать этих дивных котов, нарисовали сначала границу резервом. Да, если мы будем говорить на примере конкретно этого шарфа, то сначала был эскиз, да, с чего мастер черпал свое вдохновение. Эскиз был на бумаге или уже на ткани? Мастера работают по-разному. Кто-то сразу переносит на ткань, творит по вдохновению, но здесь есть всегда риск того, что ты можешь дрогнет рука или ты ошибешься. Кто-то себя подстраховывает и сначала переносит свой эскиз из головы на бумагу, потом переносит с бумаги уже на ткань. Здесь в основе есть такая трубочка, если мы говорим про горячий батик, горячий. Она называется чатинг. У нее очень тонкая стеклянная трубочка. Да, стеклянная трубочка. У нее тонкое очень отверстие и небольшая емкость. В эту емкость нагревается постоянно нагреваемый воск с различными добавками, и с помощью этого воска аккуратненько наносится этот орнамент. И горячий именно потому, что воск горячий? Во-первых, горячий, да, потому что горячий воск. Вот, и еще отличие, ну это основное, скажем, отличие. И еще отличие: в технике используются краски, как правило, анилиновые красители, которые в дальнейшем, я имею в виду, когда уже наша роспись закончена, они требуют фиксации паром. Воск, насколько я знаю, это многослойный батик. То есть можно капельки или там линии нанести, покрасить все остальное, удалить эти линии, закрыть другой цвет, допустим, воском, да, и у нас получится совершенно многослойное такое крашение. Это одно из преимуществ горячего батика по сравнению с остальными. В других, если мы будем говорить, сравнивать его с холодным батиком, где тоже используется резерв, но в качестве резерва используются контуры. Зависит ли изделие вот в готовом виде от того, на какой ткани оно сделано? Ну, в зависимости от того, какая ткань, то есть если она тонкая и легкая, да, если это я держу в руках, это эксельсиор. Он очень тонкий, он чудесно будет в качестве тонкой нежной летней блузки, туники, легкого шарфика. И у него еще его особенность приятная и для росписи, и для того, кто ее владеет, очень хорошо блестит. Я сегодня здесь сижу в качестве Галатеи, а Виктория мой пигмалион. Посмотрите, вот эта вот дивная блузка, в которой я сегодня красуюсь, сделана золотыми руками Вики. И это тоже тонкий шелк эксельсиор, и в горячую, в жаркую погоду, в горячую улицу очень приятно в нем выходить. Смотри, ведь эти же ткани изначально были белыми, светлыми. Ну, не обязательно, наверное, белыми. Вот ну, цвет слоновой кости. Да, подходит. Я, если говорить конкретно про мое и про эту блузку, и про мое творчество, то я работаю, ну, 99% это с неокрашенным, чисто белыми натуральными тканями, будь то шелк, хлопок, лен и так далее. Мне так проще. Почему? Потому что
я могу создать, навести любую краску, любого цвета, которого мне хочется, которую просит заказчик или которую я увидела или мне приснилось, допустим, то есть по своему вдохновению. Вик, скажи, пожалуйста, вот у меня мои любимые вещи, вот которые у меня есть, мы уже выяснили, что они в технике горячего батика. Да. То, что делаешь ты, несколько отличается. Да. Ты работаешь в технике какого батика? Я в основном работаю в технике холодного батика, свободной росписи и немножко узелкового батика. Вот мы уже два слова сказали, что когда холодный батик, мы таким резервом пользуемся, не воском, вот таким вот. А что такое свободная роспись? Если говорить в общем про свободную роспись, она предполагает, во-первых, отсутствие резерва, контура, то есть любых границ. Дальше есть... Краски перетекают друг к другу свободно. Дальше есть варианты. Мы можем расписывать по мокрому, как здесь представлено, и использовать свойства именно того, но это надо продумать, использовать именно свойства того, что краски будут друг друга перетекать. То есть хорошо владеть цветовыми переходами, палитрой цветовой, да? И, скорее всего, и палитрой, и все-таки, если говорить о людях, которые интересуются и хотят себя в этом попробовать, то свободная роспись по мокрому, если вам очень хочется, то лучше начинать с некого абстрактного рисунка. То есть подобрать какие-то цветовые сочетания, которые вам нравятся, и нанести краску вот как душа потребует. Да. Это такой вариант. Вик, а вот свободная роспись, это в любом случае роспись по мокрому? Нет. Вы можете расписывать и по сухому. Для этого можно приобрести грунт-антирастекатель и пропитать ткань им предварительно, либо приготовить... крепкий раствор поваренной соли и пропитать им. То есть соль препятствует растеканию красок. Так, правильно ли я поняла? Вот если мы расписываем по мокрому, во-первых, отличие от горячего в том, что это будет всегда один слой, мы уже не сможем там ничего закапать и перекрыть. Вот мы рисуем на ткани в один слой, да? А второе, то, что если мы будем расписывать по мокрому, ткани будут входить друг в друга краски будут входить друг в друга более широко такими мазками, а если мы расписываем по сухому, границы будут более четкие. Да. И зависит от красок. Бывают жидкие краски. Они также продаются в магазинах. Как на молоко. На них написано для батика или для шелка. Они имеют напоминают окрашенную водичку. То есть они жидкие, как, например, разбавленная водой акварель. Вот если мы расписываем ткань ими, то либо мы грунтуем, либо пишем по мокрому, иначе разводы неизбежны. Некрасивые разводы, я сейчас о них говорю. Да. Вот. Есть еще вариант, продаются густые краски, они называются покрывные, или для ткани, или текстиль, по-английски будет написано. Эти краски имеют консистенцию сметаны густой. Ими вы можете писать по сухой ткани, делать мазки или растушевки, как просто, если человек владеет живописью, как писать маслом или акрилом. Смотри, вот здесь вот чудесная работа такая, здесь очень четкие контуры. Вот это вот что за техника? Это холодный батик. Холодный конкретно батик если мы говорим про именно вот этот фрагмент, то здесь совмещение нескольких техник в этом платке. Если мы сейчас говорим про резерв, то здесь были использованы контуры, которые для холодного батика, и они использованы в качестве резерва, то есть чтобы создать четкие границы, и листья имели четкую форму. Вот все равно мне не дает покоя, мне очень хочется соль. Соль – это один из технических приемов, который для декорирования нашей работы. Очень интересный получается, так как принцип какой действия? Можно использовать любую соль, поваренную, морскую, то есть поэкспериментировать. Мелкую, крупную. В зависимости от гранул, какого они размера. Эффект будет разный. Они по-разному втягивают в себя. Вот здесь, если говорить здесь тоже использована соль. Вот, просто мелкие, потом. Вот эти вот. Да, потом еще вот один пример. Это просто контуры можно использовать не как резервирующий состав, как границу, а как декоративный. Вик, у меня очень такой по-простому вопрос. То есть мы сначала нанесли, намочили ткань, нанесли краску, а потом ее посолили сверху. Да, самое главное успеть, когда ткань из краски еще сырая. Так, мы уже поговорили про свободную роспись, про то, про это. А вот очень замечательные такие интересные, не знаю, как их назвать, морозные узоры. Вообще, это как сделано? Про морозные узоры. Этот шарф сделан в технике араши-шибори. Смысл этого в том, что мы прошиваем
Или завязываем, или складываем ткань определенным образом. Угу. И в зависимости от того, как мы, ее сложили, угу, или провязали, или прошили, и окрасили потом, после того, как мы разворачиваем это все, получается определенный узор. Араши означает шторм или стихия. То есть таким образом художники хотели подчеркнуть вот этот вот эффект, как будто после дождя. Угу. Как будто текла, да, струй воды, текла вода. Вик, скажи мне, пожалуйста, вот у меня шелк, у тебя шелк разной степени плотности, разного качества, крепдышин, атлас. Только шелк, предполагает батик? Нет. Не только шелк? Нет. Вы можете, купив краски специально, я имею в виду сейчас, для текстиля, для шелка. А у нас есть что шелка? Показать, что-нибудь не шелковое? Что-нибудь не шелковое – это батист, это вот тонкий хлопок. Что-нибудь не шелковое у нас есть, текстиль. Ой, какая прелесть. Это хлопок. Это, да, как это называется, это трикотаж? Да, то есть можно окрасить, не обязательно красить натуральную ткань. Вы можете открасить синтетическую ткань. Лучше пробовать на искусственном шифоне. Почему? Потому что он, честно, дешевле. Смотри, Вик, вот здесь вот, вот узелки, я теоретически понимаю, это, да, вот так вот берем ткань, перевязываем ее или завязываем тугу, да, сам узелок, или там ниткой наматываем. А вот это вот, вот как вот достигнуто, вот эти вот чудесные ребрышки такие вот, это практически... Это прошивается как... определенными швами, прошивается предварительно вот о чем ткань, ты говорила, да, еще. После этого она, да, после этого она окрашивается. И за счет того, в зависимости от шва... От плотности затягивания, да, шва. Да, от плотности затягивания того орнамента, который вы продумали, будут различные узоры. А вот это, вот этот вот платочек, это тоже, насколько я понимаю, узелковый батик, но выглядит совершенно по-другому. Да. От чего это зависит-то? Зависит от того, как мы ее сложим. Как мы завяжем, узелки, да, завяжем узлы, завернем или прошьем. Да, в зависимости от этого у нас будет по-разному располагаться орнамент. Здорово. Ну вот я понимаю, все-таки боязно шить, там вот затягивать натуральный шелк, но он надежный же. Он же вот это вот все прошивание, завязывание выдержит же. Завязывание выдерживает любой шелк, а для прошивания, конечно, очень тонкие виды шелка, они не годятся. Лучше потому не что мы вот в этих местах, мы же делаем, дырявим ткань, делаем дырки. И когда мы еще и стягиваем, мы можем травмировать ткань, и будут надрывы. Особенно это, наверное, с эксельсиором важно, да? Да, потому что это очень тонко. Тонкий. И с шифоном тоже, потому что он тонкий. То есть две большие разновидности – холодный батик и горячий батик. Даже при том, что мы всего одну разновидность берем, холодный батик, смотрите, какое разнообразие, выбирай на вкус. А вот из этих вот видов, ну вот это я понимаю, Вик, ты же художник? Да. Ты художник. Вот это вот художнику, вот красивую девушку нарисовать, которая вдыхает аромат дивных орхидей, тебе запросто. А что делать мне? Я очень хочу попробовать, но я совершенно не умею рисовать. Что мне делать? Можно как-нибудь мне попробовать себя в батике? Можно. Можно начать с узелкового батика. Он не требует каких-то... А это как-то зависит от возраста? Нет. Или... А можно вот там, не знаю, годовалому ребенку батиком заняться? Ну, годовалому-то, пожалуй, не стоит, потому что годовасики имеют тенденцию тащить все в рот. Так. Краски у нас безопасные, но, тем не менее, они не пищевые. Да, они не пищевые. С маленькими детьми уже можно заниматься с 2 лет, пожалуй. Можно их пытаться привлекать к этому. Естественно, результат будет подчас непредсказуем, к этому нужно быть готовым. Но также дать потыкать кисточкой в краске. И я с сыном в свое время его маленькие ладошки делала отпечатки, просто подготовила емкости с красками по ткани, про которые говорил, густые, окунал его ладошки, и мы оставляли отпечатки на футболке. Осталась на память такая футболка. Можно таким образом? Но это мы говорим совсем про маленьких детей. Но мне кажется, вот мне это я сделаю, но мне будет немножко не солидно в такой шелковой нарядной блузке с красивыми бусиками и с отпечатками ладошек. А вот это вот я, пожалуй, не испугалась бы узелкового батика. Научи меня, пожалуйста. Давайте, я буду учиться, давайте в студии, учиться. А наши телезрители будут учиться вместе с нами. Хорошо. Хорошо? Да. Но мне бы очень хотелось сохранить вот этот вот наш разговор про дивные разные разновидности. Поэтому я предлагаю встретиться нам еще раз. Согласна? Да. Итак, дорогие зрители, мы уговорили Вику прийти к нам на следующей неделе
и провести для нас урок по узелковому батику. За это время у вас будет возможность подготовиться. Вик, расскажи, что нам понадобится. Ну, естественно, да, ткань в первую совершенно очередь. Совершенно верно. Нам нужен будет небольшой отрез ткани, 55 на 55 сантиметров. Так мы должны продумать, куда мы потом денем наш шедевр. Я предлагаю сделать шейный платок. Вот как раз 55 на 55, это и небольшой, да, отрезок. Это минимальный размер шейного платочка. Его можно будет потом демонстрировать, да, на так, себе. Как аксессуар, повязать на сумку, обвязать голову или на шею. Угу. Да. Я рекомендую взять белого цвета ткань, соответственно, чтобы мы не были ограничены выбором цвета. Ага. Потом нам понадобятся краски. Батик или шелк? Да, вот это, она, же, батик. Это будут жидкие красители, да, разных производителей, да, можно посмотреть. Ну вот. И подбирать цвета, которых, та цветовая палитра, которая будет вам самому приятна, да, 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 которую вы употребляете, угу, в гардеробе, или же, если вы хотите подарить в подарок. Так, ткань, краски по шелку, кисточки нужны? Кисточки нужны, как минимум одна. Как минимум одна кисточка. Да. Даже для узелкового батика, я думала, мы будем. А я расскажу, окунать. Почему. Да, можно окунать, но я говорю, минимальный набор – это одна. Так, запоминайте, что вам пригодится. Так, это, да, еще это из того, что, я думаю, необходимо будет приобрести. Дома, я думаю, найдутся ножницы и катушка с нитками. Замечательно. Итак, идемте с вами по магазинам выбирать, покупать ткань. Все, что нам понадобится, краски, а через неделю встретимся здесь, и Вика научит нас раскрашивать ткань. А пока до свидания, пишите письма, оставляйте свои комментарии и смотрите нашу программу на канале «Губерния ТВ».